Вода – проблема. А у вас проблема – нефть, газ. Нефть, газ – это хорошо, но это уже уходит. Это прошлое. Биться за воду надо. Средняя Азия взорвется. Это уже будет 10 Афганистанов. Средняя Азия, куда они хлынут? Африка. Африка взорвется. Да. Потому что Каддафи спасал ее. Это был бы процветающий континент. Зачем процветающий? Нужен гибнущий, чтобы они на коленях стояли перед Европой, ели ее гнилое продовольствие, пили ее бутилированную воду. На наших глазах. Че колония? Зачем колония? Терять войска. Задушить всех обезвоживанием. Воды нету. Вода у нас. Запад замучил всю планету. Хорошо. Война неизбежна. И от жажды в ближайшие годы умрут миллионы.